Ты сюда не идет особо. Нету народа. В Суманете? Да. Но спасибо, народ да, не он идет. Под... Да, все народ хотят основном... ходить в легкую кару, там забирать все токены на твинов. Да нет, такой... дело не в этом. Yeah. Дело даже не в легкости, yeah. Дело в том, что пишут, типа, можно типа туда, нет, я слабый ТПС, так, типа, не прохили, что и все. И. Потому что, хуйня. Ну, можно взять одного слабого, когда рейд нормальный, блядь, а не из говна и палок, блядь. И я думаю, это лучше все же прописывать где-то в календаре, тут написано просто вот в календаре. А, кара, кара ГМ. Не, ну народ же собрался. Кара, нет, народ же собрался, вот 20 человек в гильдии. А хули в 2 того, часа блядь, я бы... было 3. Азуламан, блядь, я бы вчера прописал, будет. Что 8 по Москве я буду собирать, блядь, пытаться что-то нахуй. Хуй бы кто пришел, правильно? Ну, вот, ну я зашел же. Я зашел, 8, я знаю. Поздно. 8 по Москве. Зашло, мы посидели, блядь. Резко у меня не собралась, блядь, с ВК начал собирать, собралось там 6 человек, и я понимаю, что я уже заебался сидеть за компьютером, и я просто тупо хочу отдохнуть от него. А у меня там, блядь, там 6 человек только, и при этом из гильдии, блядь, только 2. Ну, куда оно? Не а чё, кто у нас МТ-то в итоге? СМТ. АОТ? СМТ, злобный АОТ. Я. А, злобный ещё. Биг Дэм же говорили. Ну я похуй. Злобный в гильдию отписывал какую-то. Сами решите, кто ты хочешь. Ну все, в два медведя сейчас пойдем. Два медведя пиздят третьего медведя. Ты как бы знаешь расизм уже. Падает с этих внуков вообще. Все тут. Нажмите да. Там. Запускаю. Галина. Ну, а, все, и потом столик маленько рейд подкорректируем и пойдем в ЦЛК этим же составом. Можем после ЗАЗ ЦЛК спокойно. Нахуй. Вообще, типа, ваших... ЗАЗ закроем, пошли, я подамажу ЦЛК. На фу вообще плевать. Let's go. Так, интересно, как мы будем сейчас трэш закрывать, если нам нужно быть в облике медведя, чтобы танчить? Нам кабана поешь с лимоном. А в чем проблема будет в облике медведя закрывать за? Придется, ну, не на мауте же трэш собирать. На мауте собрал, прыгнул форму и погнал. Нет разве? Так отпиздит, пока я... это идешь. У тебя я типа ни армора, ни хп. Я потанчу. И с вами. Разнулись от этого. Че, кто трэш? Конопливый трэш. Да, пока хильнулся. То есть Шектор, да, с нами хилит? Да, все. Да, Шектор, Маккаунт. Не люблю стаб ходи пал ДЦ. Не знаю, когда. Да, скажи же, что лучше стаб это друид ДЦ, ебать. Да, это лучше. Ну, даже стрим бьют-то есть. Так, и что еще получается надо? И кольцо. Кольцо, плащ и блядь, посох. Где достать 4 мастерства? Чарку кинуть? Куда? Ну, я подумаю. Защита, вышивка, действием, выносливость, угроза. Чарку на угрозу взял? Ладно, там выносливость еще. На пояс ничего нет. Дает. Да, я смотрю, просто так, так. Ну тогда да. Тогда можно пот выпить нам это на мастерку. В натуре пот же есть на мастерство. У меня где-то завалялось штук 6, я их на пало своего пихал. У меня вроде алхимия есть, ну-ка. Эликсир защиты, меткости, пасти. Блин. Беги, блядь, куда ты бежишь? А чё нахуй, блядь, первый раз тут что ли такое вот прикалываетесь? А база.
Вагон. Этот челик не таунтился, как бы. Он вот до сих пор на месте стоит, а тебя нет. Вагон я получается. Отошел, я отошел и сдох. Пойдем нахуй без этих скипов, хуипов. Пойдем просто почистим трэш и будем мозг ебать. Там трэша не так много на самом деле. Также птицы. Просто привет. Вот, сейчас он, блядь, призовет птиц и скажет, да, что какие мы охуенные. Блядь, вот эту хуйню беги его нахуй, тормозить надо, чтобы он не добежал, блядь. А он неуязвимый, его... А, его думаю, нельзя бить. Че я в него нахуй не могу, думаю, чарснуться, блядь. Вот они. А че это? Понял. Нас пиздят. Может, пробежим? Танчу, ебать, пацаны. О, а еще армы. По-моему, пробежать было идеей получше. А как бы ты пробежал, у нас варлока нет? Вот смотри, кто-нибудь бы сдох. Можно пробежать. У нас водикон есть. Ну, водикон есть, я говорю, блядь. А если кто-то бы сдох чуть-чуть дальше, блядь, чем достает массрез, условно говоря, то что бы вы делали тогда? А как правило, кто-нибудь сдохнет просто. Я вот о чем говорю без варлока. То есть, почему варлок? Потому что варлок охуенный, варлок там добежал, кое-как его риснули, он потом всех присамонил. А здесь нет. Присамонил. Один обосрался. И все. Может, стоит хилит. Блять, растопал фокусить. Эти ж уже поменяли? А, нет. А когда его поменяют? Неизвестно. Там было написано, есть все формы открыть. А да это. Блять, чем так затирай, на. Да. Блять, я пытаюсь. Блин, бать его сбило. Пристал, блин. А мы сильные, нахуй. Но я долго держался. Мощь. Чё, как будем делать, кого резать? Ну, там сверху, в принципе, оттуда можете, хотя уже все встали. Может, только на плюс 3, да, идем? Ну да. Ну, мы уже 3 минуты потратили, 4. Да это похуй, нам хватит времени. Ну, вообще-то... 8. Берите скорее моб сагрилс. Быстрее вставайте, резайте, бафайтесь, и этот трэш добиваем, давай босс убить. Вот если на 8, то я хуёво был. Вообще похуй. Лапу приставав. Сейчас, погодите. Бегу, бегу. Ну так, агри его там, поубьет, что ли? Только в ДД. Понимаю. Более меня осталось еще. 16 минут. То у меня забаганулся, походу. Таймер. Станы кики, давайте поедет растоп. Первый раз трэш чаще пусть. Он тут молнии бьет. Хил.
прыгну в бою, да? Птица это не агрессия, что? Забагал? Птица, да, забагал, слушай, не бить ее. А ее невозможно ударить. Так чувствую, как будто меня специально не хилят. А потому что вы кто-то убежали, у меня, не знаю, щиты не достают до вас. Да я вот стою прям под тобой, блядь. Да руль стоит внизу на лестнице, я такой, блядь, ну что за хуйня. О, там достаю. Там... Видите, ешьте, бахайтесь. Свинью поставили. Рыбы нет, что ли? Так плохо. Вот поставили. Рыба рядом с тобой. Есть фласка у кого-нибудь алкашная? На АП. Понятно. Нет, скорее всего. Только на другом. Могу дать термос с горячим окрасом. Раньше 10 пропишите. Что, синтак, да, МТ? Да, я затанчу. Рассасывайтесь вокруг вас. Кто умеет, давайте сюда. У нас там блин, спирта. Надеюсь, на пол сразу давайте, чтобы нет. О, блядь, Биг Дэм не дамажит. Геру сразу. Там агра сейчас будет дохуя, да, синтак. Бля, дайте ему этот... Сальву дайте повару, ага. Буря 7 секунд. Разбегайтесь. Ага. 15. Там маленько пиздит. А, сейчас, короче, это считаю всех, потому что будет этот. Будет сначала каст, урон большой пойдет, а потом а. Буря сразу. Уже. Вот сейчас каст. Ага, все хорошо, сейчас будет буря. Он наебывает ББМ, не у всех правильно показывает. У меня, кстати, тоже пиздит. У меня правильно показывает. Ну вот у кого а правильно вы анонсите, чтобы... Разбегайтесь. Разбежали собрать. Когда анонсите, у кого старый ДП? У меня сейчас показывает 38 секунд на боре. У меня, значит, где-то 30... на секунд 7, наверное. А она постоянно сбивается, таймер там. Полминуты осталось, да. Бля, пацаны, там, по-моему, разбежаться надо. 4. Не-не, два стака, два стака. На ком 3 стака, вот вы от босса отбегаете ему лишний. И стоите, чилите, ждете, пока спадут. 4 стака. Блять, 5 стаков. Вот, 3 стака. Отбегите. Я отбежал от босса, я почили. Забегайте. А, лишники, отойдите, тот, кто сейчас маленечко отойдите от босса. Вас шотнет, похуй, может, у кого 5 стаков. К боссу сбежитесь. Сейчас бурю даст, и я чаржу. Бегитесь в бурю сбегите. Блять. Сука, обосрал слегка. Массейв, дай. А нету массейва. Бэрово. О, пиздец. Рибав шептер. Ним дал. Разбегитесь. Бать. Рейндж наберите. Синтек упал. На станок упал, блять. А есть БР по танку? Нет, уже шектор отдал. Да. Я стою через 10 секунд. Блять. А кто не сбежался? Кто стоял там? Я не сбежался, что еще тупил. Ну чё, блядь? Чё, обновляем? Обновляем. Да, да, конечно.
Зайдите в инста, выйдите. Да и Вал без лока сюда приедет, пиздец какой-то. Полупано. Ну, можно, конечно, попробовать всем под инвизом пробежать. Но у меня нет. Можно 11-м лока засунуть, типа один будет вне инста, и просто лока это, типа, только на перебежках загонять. Я заходите. Ну, будет кто-то такой хуйню заниматься? Ну, я могу зайти на лок. Очень такой есть лок. А проходка нужна, нет? Сюда уже? Ну, сюда же проходка нужна. А, да, тогда да. Все забейте. Ссылка 10, по-моему, нужна. Вроде пишет 10 или 25. Обычка. Ну да. А есть у кого инвиз поты? Есть поты. 4 штуки. Кто-то говорил, что они не работают. Будет. У меня 2 есть с собой. У меня как-то они не работают, потому что я пытаюсь сесть на коня, и у меня они сбагиваются, сбрасываются. Ты, наверное, на своего расового садишься? Или нет? Нет, нет. По-моему, на расового, если садишься, сбивается. Там так и есть. Но... Нет, я не на не расового. Я видел, как люди пробегают тебя на маунтах. Ну, ты его бьешь, садишься на маунт и бежишь в инвизе. Ну, если не понерфили, нихуя, всегда так было. Единственное, не могли сесть варлоки, у них, когда маунта призывает, это считается магия. И любая магия, она выводит из инвиза. Не так. Нажали. А ну правда сейчас, потому что я, блядь, походу приболел. Курс заболел. Там просто на этом 8 лишних, если видите, что на вас там 3 стака. В идеале еще танки, танка заполнить цель, чтобы смотреть, сколько на нем стак. Но когда у вас 3 стака, вам желательно от босса перед кастом бежать. Чтобы когда прилетит хуйня, она шотнуть просто может. Вот. Мне кажется, мы не успеем на плюс стрим. Почему не успеем? Ну, когда на третьего пойдем, там же кошки под инвизом. И там путь, он, ну, довольно длинный. Там треша не так много, чем так на самом деле. Ну, мы второго, если инвиз-поты есть, мы можем... Единственное, там второго можем скипнуть. Да можем сейчас все дадут. Гость здесь, за нем под... Первого поправ. Скипнем, второго можно через масс-рез. То есть друиды ведут, просто мы, ну, там рядом умрем, они нас резнут, по наверху появятся. Под балконом типа сдохнете? Да. А на третьего уже будем чистить трэш, потому что там по-другому не пройдешь без лока. Присоедините, у кого потов нет. А, ну там можно через диван и масс-рез. На втором, то есть половину трэша пробежать через диван и масс-рез. Не, ну кто-то, допустим, этот вокруг обходит, я могу вокруг обойти. И резнуть. Ну, там ждем. Че, мы первого босса просто пробегаем, да? Да, ну дойдем до туда сейчас. Трэш этот, ну, первый почистим. Потом тогда спекнись в танк. Ты в танке же сейчас? Я в танке, да. Ну, сначала почистим, потом перед вторым трэшем выпьем. Это знаете, почему мы лайв скрит на первом боссе? Потому что мы банда. Потому что мы бичи. Потому что мы банда, команда. Бичи. Чё, блядь? Савейбри, что ли? Отлично. Беги быстрее. Чё происходит? Он улетел в начало инста.
Ну давай быстрее заходи, я тут ферну, пока одного еще подержу. Меня только похильте, пожалуйста. Ладно, сам себя хильну. Трэш экстрем похуй на игру. Раньше времени беги, то есть пока на второго моба хп не появится, не беги никуда никогда. И забери с меня моба. И второго тоже. Yes. Эти вообще забагались, стрелял. Ну, у тебя бывает чисто. Да они в кого таргет выберут, они их убивают, потом все, у него пока стоят. Вот отсюда, короче, вот здесь вот инвиспот пьем, на маунта садимся и бежим. Ну, если они работают, конечно, если нихуя не сделают. И вот. И все равно. У меня все прекрасно работает. Да, я не знаю, там у кого что. Так, пиздят? Просто пью пот? У меня нет, у мага снялся пот, что? Ну? Так у тебя есть твоя невидимость еще у мага. Ну да, но все равно как факт добавлен. Ну а как он снялся? То есть, значит, что-то делаешь не так, значит, у тебя есть какая-то магия, которую ты... Ну, то есть... Ну, магия — это мой маунт, да? Маунт, что у тебя за маунт? Тигр. Попробуй на другого сесть. Ну вот у меня обычный, блядь, конченый маунт, там, виверна, блядь, вертокрылая, которая, блядь, вот на нее садишься и нормально бежишь, блядь. Ой, блядь, вот. Так... Вот, я об этом и говорил, что нахуй у кого-то кто-то, блядь, затроит, нахуй. Вот три человека у нас стоят снизу и теперь не могут подняться. Четыре. Садитесь на маунта. Это получается, я прожимаю зелье невидимости, прожимаю маунта и еду, да? Да. Да, ты нажимаешь зелье невидимости, вот. Садишься вот. На маунта и бежишь. А, я понял, почему ну, надо. Это понятно, блядь. Он использует метлу из инвентаря. А вот у тебя видимо, это баг Сирус с добавленными маунтами. С не теми. Короче, я пробегу, вы тоже бегите. Слышишь, Бенстиле? Да. Так, у тебя наш локоть работает. Ух, ебать, что с моим лицом? Шотнул просто и все. Да, не шотнули. Да, умереть надо было. И чё, блядь, мы будем делать? Долго мы так будем, блядь, умирать нахуй? Там бичи, блядь. Старло, блядь. А типа они все на нас переключились. Я ебал нахуй. Гоп целка гер нахуй, я ебал эту зону. Бичи. Сложно непроходимая хуйня. А чем проблема была всем выпить инвиспот и побежать? Ну, проблема в том, что ты жмешь инвиспот, садишься на маунт, и он у тебя спадает. Ты не юзаешь магию. То есть у них багнутый маунт Сирус. Ну там не багнутый маунт, там просто что это, скорее всего, оно так работает. Ну, есть так маунт, а в чем проблема такой... поставить стандартный маунт? У тебя же есть виверна вертокрылая, блядь, и просто сидишь на нее и хуяришь. Мы не обговаривали это. У меня ебаный тигр обычный, который был на БК, блядь. Кого резать? Кого резать? У нас, блядь, люди внизу валяются. Ты нихуя не сделаешь. Им надо сюда попасть, а они не смогут сюда попасть. Потому что они бичи. То есть там у нас маг злобный. Вставать, да по-моему. Я-то пройти могу, я в инвизе могу пройти. Остальные-то не могут. Бонстиллер, кто там мордаунт. Я на виверне сейчас пройду 7 минут КД. Ну это надо опять скидывать КД. Там и... А там таймер типа, обновляется? Да, если обновляется таймер, если босса не убили. Не, я имею в виду после босса. Сколько там останется? Там 9 нет, минут. Не обновляется таймер зелья. Там добавляется время. Время после добавляется. После убийства босса добавляется время, надбавляют. Ну, я имею в виду, вот, да, сколько добавляют? Я не знаю, но нам и хватит. Типа обновлять сейчас этот ебучий инс? Да, ну, там эти орлы сверху торчат.
Да, они там остались. Они остались, пачка орлов, они, когда они запустили, они стоят теперь там, надо обновлять. Они я пойду босса. Покурю минуту. Блять, какой гемор. Все потому, что нету лока. Понятно, такого лока нет никого. Нас и в гильдии их нет. А, блядь, есть лок, проходки нет. А проходку где? В 25-ке целка, да? Или где? Проходку надо или десятка обычка, или 25. 10 оп, 25 оп. Есть один лок, но я долбоев не хочешь играть. Че, вы обновите, пойдем, что ставить, что он такого? Все вышли. И кричит мне, что Африки лучше. Нихуя. Обновим. Ну это диагноз. Короче, сейчас все, кто у кого не у кого спало зелье, юзайте обычно стандартного маунта, который виверн. Надо зелье купить у меня. А расовые маунты, если. Блядь, давай. Ну, я не знаю, у них какие-то маунты багаются. Вот я не знаю, какие. Я предполагаю, что не багаются только стандартные маунты, которые были на ЛК. Я думаю так. Все остальные типа считаются как магия. Нихуя. Я не знаю, я на ком садился, у меня у ДКшника, у меня это с этого, блядь, вообще с Грула мал. Ну, да я почти везде на Виверне бегаю, я хуй знаю. Там не бегает сам. Сидишь на Виверне и бежишь. Твой Трэш предлагает убить. Как думаете? Ну, Трэш у нас не прохиливался. Ну, вот. Трэш... Ну, я сразу сказал, что лучше убить трэш, потому что вот такая хуйня будет. Кто-то, блядь, обосрется, и мы будем просто стоять одного человека ждать, потому что нету варла, чтобы за собой. Мы же били сейчас трэш. Не прохиливается нихуя. Там нужно постоянно давать станы кастерам и кики. Нахрен этот Джуламан, пошлите в ТТГ-10. Пиздец. Ну тут понимаешь, тут сеть. Нахрен вообще в эту игру играть, когда, блядь, нахуй мы в Ургире не можем Зуламан пройти, блядь. Алло, нахуй трэш почистить, прохилить его, покикать, блядь. Вы чё, блядь? Играете, что ли? Сколько когда 4 минуты? Сейчас никто не запустил, что ли? Мабам косты метки, которые. Когда будем трэш чистить, я расставлю метки. Будете кикать станы давать. Своими, блядь, этого Зуламана идет. А чё, Миш, какие у меня, блядь, две кнопки? Одна 30, другая минута. Можно, знаешь, что сделать? Может, короче, друида заставить походить и просто пробежать всем рейдом. То есть они побегут на друида, потому что Авро будет походом. А друид будет убегать ко входу. В итоге друид либо сдохнет, либо выбежит из инста, потом просто зайдет и пройдет в инвизи. И всё. Не с интеком, типа? Там разве не ваншотят? Вот сейчас мы бежали с интека просто ваншотом. Меня уебало. Но Хота кидается на танк, который первый бежит, он получает первую тычку, а начинает автоматически хилить. И после первой тычки весь трэш бежит на друида. Весь трэш, который рядом находится, последующего все бежит на друида, танка никто не бьет. Они кливают просто мобы, которые... Это надо, чтобы проид как-то что позади танк, танк бежит по одной стороне, а рейд бежит по второй стороне. Либо так. Чтобы не пересекаться. Ну, типа, раньше так и бегали, пока вот с этой хуйней, с хуйней с анвизами не придумали. Когда просто лок вбивает пот, уходит, сумоет. Раньше бегали так вот. Ну, либо просто танк танчил, они умирали все и посредственно поднимались. Ну, либо просто какого-нибудь друида или слегка составляли коты, и он убегал в другую сторону. Там реньюшку кидал и бежал просто в другую сторону.
Го убить попробуем. Просто у нас есть Рогавар, ДК Шаман. Будете кикать косты, кастер. Паладин Кодж еще может давать. Рога еще стан раздаст. Раздаст. У меня один кик. Это не стан. А что мне нужно сделать? Что? Чипнуть? Что? Я говорю, будешь что? Кикать и станет. Блядь, кастер. Пизда. Ну все, зачем вниз, ты выбежал? Ну, я так и сделал, блядь. Давайте. Ну все, вниз, своди их быстрее. Еще на вас может быть эффект кровопускания, и если в этот момент нажмете, у вас тоже, блядь, может спасть. Максимум только броня ослаблена. Пойдем бить хуй делать. Его бить. Подожди, я смогу ему дать стан? Блядь. Нет, не сможешь. Он не уйдет. Больше поднимусь. Я один танк, да? Да, блядь, вы хилить-то будете, господи. Да я тоже в танке, нахуй, стою, танчу, блядь. Приколись ты, блядь, нахуй. Ты че, просто, блядь, 4 плюхи прилетают, нахуй, просто умираю и все, блядь, нахуй. Забирай птиц. Да в танке я, блядь. Похуй вообще, блядь. В прошлый раз был в танке, такая же хуйня была. Два моба. Забери моба. Вчера поиграешь? Петра стопа первая. Вот Буришторма нужно станет. Крестик стан. Черепу косты. Череп добить. Креста, блин. Ну вот, блядь, мы трэш почистили по времени точно так же, как при суммоне риск. Получается, нам РЛ нужен во время трэша. Ну, выходим, да. Ой, хорош. Эх, рыбу.
хули привыкли, что вот все объясняет, блядь. Пойдем. Раньше пропишите. Отчет кто может дать? Кто там анонсил, кого ДБМ? Я анонсил. Анонсил тогда, когда сбегаться. Мардаун у нас АФК что? Стоп. Мардаун. У нас нет мардаунт. Мардаун. Он тут. Пиздец, он нахуй угорает, чем, блядь. Там, где на время вы еще отходите, умудряетесь куда-то. Раньше набирайте. Гера. Бороборя будет там через сколько она? Секунд через 7. Сбегайтесь. Сбегайтесь все в миле. Ебать, это че? Берегитесь. А, вот, блядь, как он нахуй действует, сука. Я думал, он с 10 будет. 10, типа. Он, блядь, сука, с 5. Разбежались. Сбегайтесь, пацаны. Блядь, опять 300 ком... Милишники, смотрите, 3 стака. Чтобы надо не полотать, вот туда скинул кожу. Если что, зубы ключи, могу пихнуть тебя. Ёбаная хуйта. Сбегайте. Сбегайте. Разбежались. Понял, почему сижу ему хотел? Три стака, смотрите, не лишний. Там перед костом надо будет выбежать, чтобы никто не кричал. Сбегаемся? Да, сбегайте. Да, сбегайте. Thank you.
куда деваться. Там скиллзона выпала. Все, пацаны, теперь нельзя слакать. Клинок, коготь. Хуйня. А зато теперь не надо умирать сразу, можно бежать на следующую. И, да? Только может, там этого моба не зацепите. Лобному. Вдруг он когда-нибудь будет собирать. Трейдом отдам. Здесь стой, не беги там. Здесь стоит. Что будем делать? Бить трэш или пробегать? Бить трэш. Можно пробежать в целом, типа там. У нас споты не у всех есть. Да при чем тут поты? Просто два человека туда, а мы да, под окном сейчас сдохнем под балконом и все. Войт трэш пишет. Ну, блять. Ну, давайте трэш. Давайте трэш. Я бы сдох под балконом, у нас масрез есть. Я бы тоже сдох под балконом. Печи. Нам еще там трэш бить, потом просто время было игры. Молния. Там сбивать. Лучше сдохните под балконом. А я тоже так думал, блядь. Я уже на просто стою. Просто вот тут умереть, вот видишь, где вар прыгает, вот здесь вот. Привести вот этот трэш, вот тут вот сдох, там нас бэрнет, блядь, спокойно, масресом, и мы встанем там, и, блядь, спокойно уже будем... Он наверху бежать. Уже? Да, я уже наверху. Давай, веди трэш сюда, умираем. Беги, сейчас я сам приведу. Только там он бежит, филите его, и здесь будем уже умирать. Ну, сука. Ты бейся нахуй, кусок говна. Только там злобные зенвизы не выходи, чтобы они нечаянно на тебя не согрелись. Да, я в курсе. Он долг. Ударьте. Что за... Что 30 метров нету, да? Еще будешь надо подойти? Прикольно, не дотягивается. Надо было что, на эту, на уступ, наверное, да, забежать? Смешно. Проверить заранее никто не догадался, конечно. Ну что, мы встаем, бьем? Ну все, да, получается. Проститесь. Я тоже никогда не делал так, но... Да, блядь, не ной нахуй, сиди, блядь. В натуре, без лока захотел проходить, вот и все. Набрал рейд без лока, блядь, теперь сидит там, да. Ноет. Удивляется, хули падаем. Натуре. Качает. Я мага качаю, потому что хочу на маге поиграть. Так все равно проходка же нужна. Да проходку-то быстро сделать. Проходку сделаю там, блин, 2 часа делал. Все, бьем. Да. Можно даже с пугами сделать. Не, мап тоже заебись. Спасибо, пацаны, вихрь вот. А кто его в вихрь кинул? Ну так потому что он на мне висит. Заебись. Забери его с меня. Блять, пацаны, мы убили сейчас 3 мобов и еще 4. Можно было реально просто пройти. Сука. А там
Ну, зато мы теперь знаем, что они достают. Такая, кому лучше от этой информации. Можно было бы стать трэш, раньше трэш, 30 трэш. Проверить. Да, блядь, что я сделаю с трэшом? У меня две кнопки на агро. Набираю его. Там еще разбойник, да. У тебя есть помощь. Вот четырех мастерки не хватает, наверное. А ты гурдах не стал одевать? Чего? Гурдах не стал одевать? А мне есть грудак, у меня 42 мастерства. Сейчас мы пройдем, не сагрев вот этого моба. Заебись. Там бочком можно. О, это пидоры, которым стан давать надо. А вот это да, они это, там по черепочку сначала. А их диспейль надо их? Нет, тут надо это, на... Когда там стан в конце? На когда 740, 760 тысяч у них будет, даешь стан, чтобы... На 25%. На 27 лучше давайте. Широко даст, да, стан я за. Только это, под ебалом не стойте у них, они кливают и убивают, блядь. Забери моба, а? Бьет меня на. Стан? Зачем станом давать? Стан, чтобы они с медведей не спрыгивали. Там появится второй моб, появится. И придется еще бить второго моба. Порш есть у нас? Вот сейчас можно давать стан. Дайте ребаф. Так, целители сначала за. Квадратик. Потом сначала череп, крестик. Седжу, готовь на пул. Вот здесь синтек держи, а не за кучу, чтобы до тебя хилом вставать. И под ебало не забегайте, да, нахуй. Пускай они пожалеют о том, что появились. Там еще тотема, убивайте его. Синтек сейчас там прожимает на кинотеатр способности, чтобы я не вперед пошел. Там тотем где-то стоит. Идол, сбейте. Потом прям рядом с синтеком стоит, блядь. Идол. Блядь. Луну бьем. Забери симтек, меня бьет. Долго готовь, стан. Стан. Стой, пока не агри, я в танк успехнусь. Все, я готов. Отчет. Ну давай я медведя, ты форму будешь. Танчик отрасль. Давай. Похилить танка у него 50%. Похуй вообще, да? В натуре. Сам похилился. Да, хилыш. Ты забрал его мне, что ли? Мне, блять, на пол дали, походу. Я понял. Ну, ладно. Похуй, давай я подержу. На тебе нет дебафа? Нет и нет. Все, значит, я тогда обычную форму, ты не будешь. Oh.
О, заебись. По бонстежу расслабил, удачи. Я его резаю. Я сбросил агроя. Что? Блять, хильте меня, пожалуйста, на. Два сейва отдал уже, блядь. Собираем. Да, блядь. Оу. Что он на меня дебаф накидает. Сейчас кинет, чуть-чуть осталось. Сейчас кинет дебаф, и после дебафа там секунд 15, по-моему, превращается. Нет, он так и не дал дебаф. Я ШВ нажал, видите, нет. Блять, синтек, забери, 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 чай, да. Я забрал, забрал. Теперь ты забирай. Я забрал. Синтека хильт, на нем маленько, он дебаф попал. Там дамажит. Не, он тебя не пьюзит, он там доты. Он обновил по мне доту. Ну все, не трогай, не трогай. На мне увечья, если так все, не трогай, я забрал на себя. Поменялись, короче. Ладно. Сейчас с тебя спадет. Отдай, блять, его мне, нахуй, пожалуйста. Я его не бью. Все, у меня на мне увечья. У меня таргет ты. Забираю, я ШВ нажал. А, я завис вообще. На... Откат, я блядь. Же... Все зависли. Ну ебаный, бро. Эту игру, я блядь. Ебал ты игру, сука. Отлично. Делайте скрин скорее. 11% на 10 или минимум. Ой, был. Сука, какая хорошая. Ой. Я их рот наоборот. Уже болел. Сдать тему. Внутренние проблемы.